Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами я, Владимир, и мы играем в Uncharted 2 среди воров. Конвой называется глава, и Дрейк буквально прям как обезьяна перепрыгнул с одного автомобиля на другой, и мы едем, ребята, мы просто продолжаем, пацаны, вы чего там делаете там? Мы играем в конвой. Да как так-то, а? Что произошло? Где-то я не уследил, значит... Значит, я где-то... А давай его цепанем, пока он вот так стоит. Мы его просто вытащим отсюда, да? Ладно. Разберемся вот так. А, вот кто-то стреляет. А, ну это они и были. Здесь разобрались. Вот, сзади кто-то пытается. Вот почему не получилось, ребята. Сейчас мы их всех уберем. Водителя. Ай! Подожди, кто-то прям стрельнул с гранатомета. Я прям это чувствую. Опачки. Надо по-быстрому здесь все делать, потому что дольше делаешь, больше проблем. Все, да? С этими расправились. Кто-то с гранатомета здесь пальнул. Вот этот, вон он с гранатометом сидит, да? Нет? Сейчас узнаем. Да как так-то? Опять что-то не так пошло. Может, мне куда-то перепрыгнуть надо? Упал. Залезай, сейчас быстренько с ним разберемся. Так, пацаны, вы мне подскажите, кто чего, кто... Может, по колесам надо вообще стрелять, а? Чтобы они уехали куда-нибудь. Хотя смотри, еще там, где водитель сидит, все забронировано. С ними так фиг разберешься, совет. А, вот что, оказывается, надо было. Вот чего, ребята, надо было. Перепрыгнуть просто на другой автомобиль. И уже здесь с ними начать вот эту вот разборку. Да попади уже куда-нибудь, а? Есть. Этих убрал. Еще кто-то ехал. А, вон они, отстреливаются. Перепрыгиваем на другой автомобиль. Все, я понял. Значит, здесь надо скакать, как сайгак, так сказать, с одного автомобиля на другой. Здесь все просто вот с этими решается, да? Водители раз, и все. О, ничего себе, там какой-то вообще попался. Давай на этот автомобиль теперь. Ну вы придумали, ребятки, я вам скажу. Разборку здесь полноценную. Ой, надо вот на тот прыгать. Быстрее, быстрее, быстрее. Мне нужна другая машина. Чего один грузовик не устраивает? Надо на всех покататься. Машина горит. Так, кто чего? Опять горим. Ну а я-то что сделаю? Куда мне идти? А, вон. Оказывается, там сбоку кто-то ехал. Надо было туда перепрыгнуть. Ну окей, окей, давай, поехали. Теперь-то я знаю. Что тут? А, вот, быстрее, быстрее, перепрыгивай. Вот, прыгай, 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 давай, прыгай. Черт, поздно. То есть рано, наверное, было, да? Давайте, ребята, еще раз. Вот, ему надо просто ближе подъехать ко мне. Давай, ближе подъезжай. Чтобы я мог перепрыгнуть. Вот. Все. Все, не двигайся, я уже прыгаю. Хорошо. Так, кто еще? А, вот с этим надо расправиться обязательно. Все, ребятки, уехали туда вниз. Уехали, мне не мешаем. Ой, подожди. А, вот да, теперь сюда. Теперь сюда. Ну, хотя, я не знаю. Можно было и вперед куда-нибудь сразу прыгануть. Вот эти мешаются, ребятки. Да что такое-то, а? А, вот вперед мне надо. Горим, 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 вперед. Так, сюда успел. Залезай. Теперь сюда надо. Опачки. Вот мы с этим. Вот это хорошая штука, пацаны. Девчонки, смотрите, как мы все это сделаем сейчас. А, он такой, с одного выстрела сразу всех лупит. Давай, вот так четко. Еще подходи. Это мне уже нравится, ребята.
А, подожди, я чуть по Лене не стрельнул. Все, Лена, нормально, проезжай. Все, давай. Я, мне пока тут нравится все. Вот. Пацаны, вы там где-то наверху катаетесь. Вот еще выше туда летите. Так. Еще кто? А где Лена? Куда Лена делась? А, вон она едет. Все нормально. Все нормально. Лена, я тебя не дам в обиду. Все хорошо. Видишь, какой хороший пулеметик нам достался. Откуда у них столько техники-то? Я не знаю. Смотри уже сколько. Ой. Все, Лен. Лен, облом. Лена, облом. Все, я к тебе быстрее прыгаю. На, вот так, все хорошо. Все, поехали. Эй, ты как там? Порядок. Ведущая машина, за ней. Держись. Давай, Роб, ровнее держи. Нормально, чтобы все было. Ну что, ублюдки? Сейчас опять я буду прыгать. О, нет, Лена, 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 поворачивай. Этого еще не хватало. Ё-моё, вот, вот те расклад, да? Они эти тоже расстроились. Идем отсюда. Не, ну так не может же быть. Мы должны выжить как-то. Чё? А Лена где? Давай. Все нормально. Ложная тревога, ребята. Мы так наоборот даже спаслись. Теперь они думают, что мы погибли. Похоже на то. Да, и что теперь? Надо идти в этот жуткий монастырь. Что еще? Там Шефер. А? Проклятие. А что происходит? Ключ забрали. Что происходит? Вот что происходит. О, нет. О. Ты готова к этому? Да, как всегда. Пойдем в монастырь, что ж делать-то? Монастырь. Монастырь будет в следующей серии, ребята. Всем спасибо за просмотр. Было очень такое клевое у нас приключение на грузовиках. Поставьте лайк видео и всем удачи, всем пока.